Юрий Бутунин в импровизированной студии телерадиокомпании «Русский мир». Здравствуйте. Совсем скоро будет знаменательный праздник, священный праздник для нашей Родины, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы продолжаем цикл передач «Наследники Победы». И сегодня у нас на связи из такой же импровизированной студии правнучка маршала Советского Союза Ариадна Рокоссовская. Ариадна Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, все уже все догадались, что как раз разговор будет идти о вашем прадеде, маршале Советского Союза Константине Константиновиче Рокоссовском. Каким он был? Давайте мы посмотрим небольшой сюжет, который показывает, каким он был красноармейцем и каким стал великим человеком, маршалом и Польши, и Советского Союза. А потом мы продолжим наш разговор. Я считаю его одним из лучших командующих войсками, и как человек он мне нравился. Особенно нравилась его служебная порядочность. Так высказался о дважды Героя Советского Союза, единственном в истории СССР маршале двух стран, Советского Союза и Польши, Константине Рокоссовском, Никита Хрущев. В июле 1941 года, когда немцы прорывались по направлению к Воронежу, Рокоссовского назначили командующим Брянским фронтом. Контрударом Рокоссовский сорвал прорыв немцев в сторону Ельца. Он, как говорили, обладал даром предвидения в отношении действий противника и, кроме того, умел одинаково хорошо провести как наступательную, так и оборонительную операцию. Именно талант Рокоссовского способствовал окружению 300-тысячной группировки немецкого генерала Паулюса под Сталинградом, успешной обороне на Курской дуге, освобождению в ходе наступления территории от Гомеля до Киева. Рокоссовский с конца 1943 года и до конца войны последовательно командовал Первым белорусским и Вторым белорусским фронтами. Звание маршала Советского Союза было присвоено Константину Рокоссовскому за блестящие действия в ходе осуществления сложнейшей наступательной операции «Багратион». В 1944 году за образцовое выполнение боевых заданий по руководству операциями фронтов Рокоссовскому было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1945 году маршала удостоили второй медали «Золотая звезда». И если принимал парад Победы в Москве Георгий Жуков, то командовал парадом Рокоссовский. После войны он занимал различные государственные должности, в том числе был министром национальной обороны Польши и заместителем министра обороны СССР. Спасибо нашим коллегам из телерадиокомпании «Русский мир». И то, что мы сейчас посмотрели, это, конечно, больше относится к жанру такого сухого протокола. И историки давным-давно уже расписали каждый день, а может быть и каждый час военного периода. А вот наша передача хотела бы, чтобы мы взглянули с другой стороны, а каким вообще этот человек был, помимо его вот военной деятельности в эти суровые времена? И об этом могут рассказать, конечно, только родственники. Это такая историческая память, которая, может быть, не всегда попадает в открытые источники, не всегда историки заостряют на нее внимание. Вот об этом мне хотелось бы поговорить. Я считаю, что маршал Рокоссовский, конечно, был уникальной личностью, и он был еще, мне кажется, и провидцем. И вот несколько фраз, которые он сказал, на мой взгляд, я считаю, что другой бы военачальник никогда бы не сказал бы того периода. Вот как вспоминает об одной из фраз, и одной из высказываний известный советский писатель Александр Бек. Давайте я его просто процитирую, и потом, если можно, вы расскажете, откуда такая фраза появилась и что она за собой несла. Итак, фраза, прямая речь, кавычки. «Черт знает что, когда, наконец, научимся культурно воевать». Как родилась эта фраза в это суровое совершенно время «культурно воевать»? Мне очень показалось странно. Вот. Ну, вообще, надо сказать, что там, кстати говоря, и сам Бек пишет об этом, это же из его очерка «Штрихи», да?
у Константина Константиновича, и он сам там пишет, что, что собственно, в этом и заключалось, как бы, что культура, он и говорит там этому очереди, что откуда вообще это сделать, да, культурно воевать, что это значит, да, что Рокоссовский, потому что он это сказал, скажем так, ругался, это Бек приводит пример того, как Рокоссовский ругался, отчитывал, да, подчиненных, он сказал, что я один раз видел, как он был зол, и сказал, что почему полезли без разведки, да, когда научимся культурно воевать. И речь шла тут о том, чтобы беречь каждого человека, да, вот эта вот культура воевать, это о том, чтобы не разбрасываться жизнями. Ведь прадед многократно говорил, и в своих воспоминаниях тоже писал, что как бессмысленный героизм никому не нужен, что, как бы, да, конечно, смелость, отвага — это очень важно, это положительное качество, но смерть одного человека оправдана только тогда, когда она происходит во имя спасения жизней многих-многих людей. И поэтому для него было очень важно вот это вот именно воевать культурно, то есть просчитывать, не как бы забрасывать телами, да, врага, а именно просчитывать как бы все возможные действия, да, и, в общем, ну, то есть проводить всю ту работу, которая должна предварять любую атаку. Ну, в данном случае это просто не было сделано, поэтому он и, как бы, рассердился очень сильно. А вот что была за история, когда он раскрыл карту, стоял один из командиров полка, и он спрашивает, это тоже вот очень интересно, он спрашивает, а покажите на карте, где здесь окопы-то? И командир показывает, да? И дальше что произошло? Да, это тоже замечательно. Ну, это все штрихи Бека, да? Дело в том, что... Ну да, вот это вот как раз он показывает, как прадед очень сильно разозлился, да, когда он показывает эту карту и говорит, ну где у вас вот это, где это? И этот командир говорит ему, командир полка, да, говорит ему, что, говорит, ну вот там. И прадед говорит ему, врете, командующий фронтом был на месте, а вы не были, да. Вот, и вот, да, ну, дело в том, что, в принципе, для прадеда были очень важны такие... Ну, элементарные, в общем, казалось бы, сейчас вещи, да, как, ну, например, честность. Но вообще для честности на фронте была нужна определенная смелость, как все мы понимаем. Это, в принципе, была его манера, да. У прадеда было такое правило в жизни. Он очень с большим, как бы, признанием, да, относился к словам Суворова, что каждый солдат должен знать свой маневр. Он считал, что действительно каждый боец должен понимать не только, что ему делать, какова его задача, но и для чего он это делает, какое место он занимает в общей картине боевых действий, то есть какую задачу он конкретно, этот человек, решает. И в его случае это было это было оправдано, это было постоянно соблюдалось, потому что прадед разрабатывал свои операции, в отличие от там других каких-то боководцев, которые, значит, мы посвящались, я решил, да? Нет, мы посвящались, и мы решили. И это был его почерк, потому что у него был замечательный совершенно штаб, да, у прадеда. И, кстати сказать, Бек, когда в своем почерке о Рокоссовском, да, это стоит подчеркнуть, почерк о Рокоссовском, там очень много времени посвящено его команде, причем каждому из членов его команды. Потому что, и это говорит сам Бек, вот, да, потому что именно эта команда, она очень много говорит о самом Рокоссовском. Это люди, которые в августе приехали к нему в качестве штаба 16-й армии, которой уже армии как бы не было, был штаб, да. А прадед командовал неким таким импровизированным соединением, Рокоссовского, да, то есть как бы... то есть он просто должен был останавливать вместе с этим штабом, он должен был останавливать отступающие войска, собирать людей и организовывать их в некую боеспособную силу. И к нему приехал этот штаб армии. Он тогда вообще жил в машине, да, под деревом, значит, и ел из чего придется. Вот, вот такой был командарм, а в печати звучал как командир Р. Вот, тогда он еще не был знаменит на всю страну. Вот, и к нему приехал штаб замечательный. Там были Михаил Сергеевич Малинин, начальник штаба, умница, просто блистательный
вот человек, который был действительно абсолютно на своем месте, да, и он просто, он, который продумал все до мелочей. И прадед даже, когда иногда, значит, жаловался, что Михаил Сергеевич педантичен, он сразу же отмечал при этом, что, ну, это неоднократно спасало, как бы, в общем, спасало все. Вот, и в прадеда жизни было неоднократно такое, что Михаил Сергеевич, как бы, своей привязанностью к деталям, к порядку, чтобы все было учтено, он и прадеда тоже вытаскивал, который лихая польская натура, допустим, когда, вы помните, когда командующий еще тогда был Конев Западным фронтом под Вязьмой, прадед командовал как раз 16-й армией, Конев прислал ему, Конев позвонил ему и приказал вместе со штабом отправиться в штаб фронта вместе со своим штабом армии. И прадед говорит ему, как бы, прадед говорит, ну, вспоминал, что, ну, как-то мы в штабе армии подумали, что это очень странное решение. Как мы можем в такой ситуации бросить армию, как бы, да? Это было перед тем, как захлопнулся Вязьминский котел буквально вот за день. Как мы можем бросить армию и, как бы, уйти, да? Вот. И Малинин сказал ему, требуйте приказа на бумаге. Прадед сказал, тогда пришлите, пожалуйста, приказ на бумаге. К нему прислали, на самолете прилетел, значит, к нему порученец, привез приказ на бумаге, и когда они выходили, Марина ему сказала, возьмите приказ с собой. Ну, прадед в голову не пришел, он получил же приказ. Марина ему говорит, возьмите его с собой. И этот приказ действительно спас ему жизнь, потому что когда они добрались до этого штаба, который уже был не в Вязьме, где он был изначально, а уже в другом месте под Волоколамском, там, когда они туда добрались, наконец, значит, с чудовищными испытаниями, уже там был не Конев, а Жуков, и если бы не этот приказ, возможно, дело бы закончилось, то есть на него Жуков и был кто-то из ставки, и этот кто-то, я уже не помню, просто кто это был из ставки, начал кричать, как это вообще такое случилось, что вы бросили войска в такой момент и оказались, значит, здесь. И этот приказ, который Малинин ему сказал взять с собой, он его буквально спас, потому что он достал его, сказал, вот, приказ. Вот. Потрясающий факт, потрясающий. Я не знаю, где это опубликовано и опубликовано, но факт очень интересный. Конечно, конечно. Вот, это вот, да, Малинин. Это все команда Рокоссовского или командующие артиллерией казаков Василий Иванович. Совершенно блистательный, просто все, он знал артиллерию досконально, недаром он потом был главным маршалом артиллерии, да, после войны. Он досконально, он обожал свой род войск, он знал блистательно все. Прадед вспоминал, что его так любили в войсках, и когда они разрабатывали операции, а, конечно, артиллерия была королевой, да, войны, в общем-то, и когда они разрабатывали операции, именно к артиллеристам прадед всегда обращался за советом, и Василий Иванович поднимал, как бы, да, вот инициативы снизу, доводил их до сведения прадеда, и не зря, вот, например, Курская битва, она, с чего, собственно, начинался удар на участке прадеда на Прохоровской дуге, там, значит, с того, что они, кажется, в 3:00 ночи, да, они включили вот эту массированную артподготовку, да, в которой буквально... А вот это чья идея? Это уникальная, когда вот, это уникальная вещь, когда они опередили там на 10, по-моему, 20 всего минут и сделали... На час, на самом деле, на час. На час, да. И они сделали такой массированный удар. Это вместе решались с Коневым, да? Это было... Нет, это решение, они все операции разрабатывали внутри своего штаба, да, вот я про это я и говорю, вот эта команда Рокоссовского, это были люди, с которыми он прошел с августа 41 года до фактически октября 44 года, когда прадеду позвонил Сталин и сказал, что вы назначаетесь, значит, командующим Вторым Белорусским фронтом, а на ваше место, на место командующего Первым Белорусским фронтом назначается Георгий Константинович Жуков. И Сталин тогда... Да, и Сталин тогда, чтобы подсластить эту пилюлю, а прадед был известен тем, что он со фронта на фронт переходил с этой своей командой. Например, когда его переводили с 16-й армии на первый в его, в общем-то, жизни фронт, на Брянский фронт, его вызвал к себе Сталин и сказал, можете взять с собой кого хотите. И кого, говорит, вы посоветуете оставить командующим фронт, командующим 16-й армии? И прадед говорит, Малинина, да, потому что, ну, он блистательный, как бы, стратег, и, в общем, он, значит, умница и так далее.
И прадед приезжает, значит, приезжает обратно, возвращается к себе в 16-ю армию, ну и говорит всем, там, Казакову, говорит, Василий Иванович, мы едем с вами на Брянский фронт, там Орлу, это командующий его бронетанковыми войсками, значит, мы едем на Брянский фронт, и Малинин такой сидит, говорит, и прадед ему говорит, Михаил Сергеевич, вот я порекомендовал, чтобы вы командовали, значит, армией. На что Михаил Сергеевич говорит, я бы предпочел Константин Константинович быть как начальником штаба Брянского фронта. И прадед тогда, значит, его взял с собой тоже на Брянский фронт. И вот, и это было абсолютно правильно, потому что, конечно, он был блистательный штабист Малинин. Вот. И вот они такой вот этой веселой, как бы, своей гоп-компанией, значит, переходили с, вот с этой армии 16-й на Брянский фронт, потом из фронта на фронт вот до 44-го года. И он бы, возможно, и взял бы их с собой на второй белорусский, потому что там тоже серьезные довольно задачи стояли перед его фронтом. Все-таки они освобождали Померанию, всю вот эту вот чудовищные вот эти все горные районы в Силезии. Вот, это они, как бы, друзья, конечно, были бы ему, не помешали бы там их присутствию, но он прекрасно понимал, где они все от 41-го года мечтали о том, чтобы добить врага в Берлине. То есть вот именно Берлин был их целью. И, конечно, он понимал, что он, ну, он не может просто с ними так поступить, с друзьями. Он не может взять их из главного управления, как с ним Сталин поступил, перевести на второстепенное. Вот. Они мечтали об этом, они имеют полное право, они заслужили, они имеют полное право, и они остались тогда, он оставил у Жукова свой штаб. И я думаю, что это очень помогло Георгию Константиновичу. Спасибо вам большое, что вы рассказали именно эту историю, потому что это как раз говорит о характере, о преданности, вообще о дружбе маршала Аркасовского, потому что не каждый мог это поступить. Но тогда давайте-ка мы из вот этих военных лет перекинемся в послевоенное время, вот когда уже войны, в общем-то, нету. А каким был Аркасовский? Он тоже говорил в дома. Мы вот тут посоветовались и решили. Или все-таки же дома он был таким же вот маршалом? Нет, ну, кстати, я так понимаю, что я-то его не застала, конечно. Но, рассказы, понятно. Но по рассказам он был... он соблюдал субординацию. Ну, например, если вот папа что-нибудь там отчебучит, да, прадед ему напрямую никогда внушений не делал, потому что у папы своего было начальство. Поэтому прадед говорил так мягко бабушке, а она уже разбиралась с папой. Ну и одновременно тоже он, если он был неправ, он всегда просил прощения, извинялся, то есть у него было... Даже так. Да. И папа еще вспоминал такую вещь, очень интересную, тоже довольно характерную для прадеда, что как-то раз папа уговорил прадеда научить его стрелять. Ну, и прадед ему сказал, что, говорит, хорошо, говорит, но, пожалуйста, всегда оружие держи, значит, вверх. И что-то пошло у папы не так, и он опустил вниз, а был самозарядный был пистолет, и пуля вошла прямо рядом с ногой в землю, рядом с папиной. Он был совсем молодой парнишка, и папа потом говорит, что, ну, папа мой военный, он говорит, и потом, говорит, уже много лет как бы службы в армии показали мне, каким все-таки был поразительным человеком мой прадед, потому что мой дед, потому что, ну, мы знаем, да, у нас в армии, там, если такое случилось, ЧП, то там был, стоял бы крик, там, и все. Он говорит, он очень спокойно подошел ко мне, сказал мне, не двигайся, подошел ко мне, очень спокойно вынул у меня из руки пистолет, потому что пистолет был самозарядный, то есть он уже следующая пуля могла пойти дальше. Он говорит, очень спокойно вынул у меня из руки пистолет и сказал, Костя, на сегодня обучение закончилось, ты меня не послушался, давай как, подождем, пока ты будешь более зрелым, да, для этого. Вот. Вот говорят, что он называл вообще всех вот, командиров, которые с ним были, на «вы», исключительно на «вы», да, и по именам отчеству. Ну, скажем так, команда-то его, которая вот... Команда Малинин, Казаков, Орел, они уже, конечно, были настолько близкими друзьями, что уже, конечно, на «ты», да, потому что они с Толбачевым, например, они жили в одной землянке, да. Ну, там уже, естественно, уже это были совсем другие, как бы, отношения. Но я думаю, что на людях, конечно, на «вы», вот, но в основном... Но, в принципе, это было, знаете, вот это было...
такая именно дружба, про которую складывались песни, да, то есть они уже и после войны дружили до конца своих дней, и прадед в своем последнем письме писал Казакову уже перед смертью, что про свои мемуары, что выходят мои мемуары, к сожалению, подписать их тебе я не сумею, но считай, что у тебя есть моя подпись, значит, вот, потому что это действительно была такая очень трогательная, очень такая вот эта важная фронтовая именно дружба людей, которые воевали плечом к плечу, и с Телегиным они вместе ходили на охоту, и более того, прадед очень много сделал, чтобы вытянуть Телегина из ареста после войны, потому что он же как начальник, как член военного совета уже у Георгия Константиновича на Первом Белорусском фронте, он тоже по этому трофейному делу, значит, его посадили, и прадед очень много предпринял усилия, чтобы его вытащить. Скажите, пожалуйста, а вот эта фраза, знаменитая фраза, воюя под Москвой, думайте о Берлине, по-моему, так? Да, надо думать о Берлине. Вот несколько слов скажите, это очень интересно. Дело в том, что прадед, вот он с самого начала войны, он уже знал, что, ну вот как-то он чувствовал, что будет победа, и что победа будет в Берлине. И он, надо сказать, что уже даже в июле прабабушке с бабушкой, да, то есть жене и дочери, писал в письмах: «Не унываю и в победу верю, 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 что вас прижму к своей груди, да, и, значит, как бы люблю, не волнуйся, значит, война закончится, победа будет за нами, будем жить, как жили». То есть он в победе был уверен абсолютно, и это не то, что он пытался ее успокоить. И вот к нему приезжал на фронт еще под Москвой Троиновский, это был корреспондент «Красной звезды». Ну, какая-то там они разговаривали с журналистами, был прадед, был Михаил Сергеевич Малинин как раз, и Троиновский просил прадеда расписаться на карте Московской области. Прадед посмотрел на карту Московской области и говорит: «А что это у вас карта Московской области?» Тут говорит: «Ну как, мы же воюем под Москвой». А что прадед говорит: «Воюю под Москвой, надо думать о Берлине». И он говорит: Михаил Сергеевич, принесите, пожалуйста, карту Европы». И Михаил Сергеевич принес карту Европы, и прадед написал на ней: «Воюю под Москвой, надо думать о Берлине. Обязательно будем в Берлине. КК Рокоссовский, Подмосковье, значит, там, по-моему, это был сентябрь или октябрь 41-го года». То есть самые тяжелые были как раз бои, да, в Подмосковье. Ноябрь. И в 45-м году, уже в начале мая, Троиновский был в Берлине и встретил там Михаила Сергеевича Малинина. Ну, прадед, как известно, в Берлине как бы стационарно не был, потому что он шел, значит, со стороны Померании. Вот. А Малинин, соответственно, уже был в этот момент начальником штаба Первого Белорусского фронта у Жукова. Ну, и, соответственно, он был в Берлине. Вот. И Малинин спрашивает у Троиновского, говорит: «А что вы, карту-то у вас при себе?» Троиновский ему говорит: «Конечно, я вообще всю войну ее с собой ношу, это как реликвия такая». И Малинин говорит: «Давайте сюда». Троиновский дал ему карту, и Малинин написал: «Подтверждаю, мы в Берлине». Малинин, начальник штаба, значит, Первого Белорусского фронта, начальник штаба 16-й армии под Москвой у Рокоссовского. Прекрасно, прекрасно. А у вас сохранилась фотография и письмо, которое вот ходят такие байки, что якобы Рокоссовский отправил письмо, когда был пленен фельдмаршал Паулюс, что с родным он отправил письмо, что да. Есть такое у вас письмо, и такой фотографии есть это, да? Да, конечно, сохранилось письмо, в котором... Расскажите чуть-чуть эту историю, это очень забавно. Но дело в том, что, ну, во-первых, надо сказать, что прадед, он пытался как-то, значит, избежать бессмысленных жертв, и они еще когда праздновали Новый год с 42 на 43 год, они думали за новогодним столом, это был, кстати говоря, первый Новый год, который они праздновали во время войны, они как-то вот начали размышлять, как бы сделать так, чтобы поменьше людей погибло. И прадед, или кто-то за столом, за этим праздничным, там был штаб, и был представитель ставки воронов. Кто-то бросил такой штаб, может быть, ультиматумом написать, чтобы они сдавались.
Вот, и вдруг они все поняли, эти ребята межвоенные, все, кто, у кого есть образование, у кого военное образование, что они ультиматумов-то не умеют писать. Таких даже на было. Таком уровне, на таком уровне даже, да? Ну что? Ну, как бы для этого нужны какие-то знания, каких-то традиций, да, какие-то формулировки. И Малинин на следующий день запросил в Москве вставки, значит, чтобы достали из какого-то архива примеры ультиматумов средневековых, которые вот отправляли средневековым крепостям. Вот, ему прислали несколько, и они составили, значит, со штабом там текст ультиматума. Он, кстати, есть в интернете. Вот, значит, текст ультиматума, в котором призывали сдаться, значит, весь этот, все фашистские войска, уже окруженные, вот, чтобы избежать бессмысленных жертв, и даже по средневековому обычаю отправили с этим ультиматумом, значит, гарниста, и, значит, и парламентера, но их обстреляли, правда, а потом на следующий день им сказали, что ладно, хорошо, пусть приходят, они пришли, но их даже Пауль Сюна не принял, сказал, что он отказывается сдаваться, вот, так что, значит, к сожалению, хорошая мысль осталась, в общем, не как бы без воплощения, вот, но действительно, когда, наконец, был Паулюс пленен, ну, во-первых, он только прадеду согласился отдать свое личное оружие, и это оружие, собственно говоря, прадед хранил до конца своих дней, вот, а во-вторых, прадед перешел его автомобиль, Штейр. Да, да. Причем автомобиль шикарный совершенно по тем временам. Вот мой папа, например, вспоминает, что он был даже для нашего времени шикарный. Там кожаные салоны, там бар. В общем, неплохо так перемещался по улице, по фронтовым дорогам. Вот. И прадед отправил домой, во-первых, письмо, в котором, значит, в пачку такой фотографий генералов фашистских, их снимал фотохроника ТАСС. И прадеду, значит, дали вот пачку этих фотографий, и прадед вместе с этой машиной Паулюса, потому что ему, конечно, на войне такая не нужна была, он вообще на Виллисе колесил, вот, по фронтовому бездорожью, а, значит, он отправил домой эту машину и с ней письмо, что, дорогая Люлю, рассмотри этих генералов, это будет напоминать тебе о том, что твой Костя, значит, не сплоховал, да, что он... И, ну, поскольку он охотник был, у него были такие выражения, что он может похвастаться дичью, значит, добытой на охоте. Вот. Ну, в общем, да, вот так вот. А скажите, пожалуйста, вот вы, я знаю, что вы работали с документами, с семейными архивами и так далее. Вот какое у вас есть ощущение, когда вы прикасаетесь через архивы к истории, какое есть, вот перелистнула страничку, что-то новое, ведь вы не раз перелистывали эти странички же, это же понятно становится. Вот, вы сейчас так рассказываете, как будто вы прям вот были участницей этих всех событий. Ну, я, конечно, проживаю все это. Да, понимаете, и вот какие у вас вот есть чувства, вот. Ну вот вы обращаетесь к ним время от времени, или вот вы прочитали и сказали, ну все, я здесь уже все знаю, уже все. Но тут, мне кажется, дело в том, что тут ключ не в знании, да, а в том, что, ну поскольку у нас, конечно, как любой, кстати говоря, полководческой семьи, конечно, прадед — это такой абсолютный кумир, да, и солнце, которая освещала как бы собой всю семью, и даже сейчас уже, когда его давно нет, все равно его лучи, они греют как бы нас, да, его потомков, и отблески этих лучей падают на нас и с точки зрения как бы, да, его там славы, да, то есть и нашего долга быть достойными его памяти. Вот, но тут как бы такая есть вещь, что я, например, вот росла, конечно, с детства в доме, где везде были портреты, да, прадеда. Ну, и это была такая, знаете, ну, как икона вот такая. Вот есть такой прадедушка Рокоссовский, он такой классный, знаменитый, и герой, и вообще. Вот. И в какой-то момент я просто как-то соприкоснулась с ним, и я начала понимать, что на самом деле мне, даже несмотря на то, что он действительно классный, герой, и, в общем, да, и обожаемый как бы миллионами советских людей, полководец, что... Красавец! Ну, чё ж тут, красавец! Красавец! Вы тебя в девушку! Это же понятно! Про дедушку, это же понятно! Вот.
Но что у него есть еще другая сторона, да, что есть действительно то, что он совершенно потрясающий человек, да, ведь это, представьте, быть действительно командовать огромными фронтами и при этом обращаться там к официанту с уважением и на «вы», да, например, когда он, мне пишут очень часто люди, почему, собственно, вообще я этим всем занимаюсь, потому что в какой-то момент я поняла, что я хочу узнать, каким он был, и обилие вот этих рассказов, которые мне присылают люди очень много, там, воспоминания своих предков, там, я читаю, да, очень много, ты по крупицам составляешь некий портрет, где-то ты уже понимаешь, что это вряд ли, это наносное, а где-то понимаешь, да-да-да, вот это попало в самую суть. Вот, например, кстати, Бек, у него есть даже не очерк его, а есть наброски к очерку этому, штрихи о Рокоссовском. И вот это гениальная вещь, он говорит, поправил волосы, усмехнулся, там как смутился, покраснел, да, он говорит, я смотрю, думаю, что, и говорит, и тут мне многое стало понятно, здесь он, среди военных, он свой, вот он здесь, на войне, он здесь сила, да, и только здесь, вот здесь у него все, и это правда, и Бек просто, он мне открыл, как бы, такой взгляд, портал в другое измерение. То, что прадед ему сказал, что когда Бек пытался подобрать какой-то ключ к нему, говорил, вот я пытаюсь понять, что вот это вот вами владеет. И прадед ему сказал, страсть, военная страсть. Военная страсть, да-да-да, это точно. Понимаете? Это такой ключ, который подбирает Бек, и очень много людей, которые оставляют какие-то воспоминания о прадеде, они дают мне такой ключ к нему. И когда ты собираешь это как пазл, как мозаику, уже даже не обязательно быть с ним знакомым, да, можно быть с ним знакомым, у нас есть такие родственники, которые были с ним знакомы, но ничего о нем не поняли, вот, а можно как бы не быть с ним знакомым, но очень многое понять о нем, знаете, вот такие истории есть, ну, например, Руденко вспоминал, маршал авиации, что в 44-м году его самолеты, случайно, наши советские самолеты, разбомбили, значит, машину Рокоссовского, командующего своим фронтом. От машины, то есть не его машину, там колонна небольшую, которая ехала, значит, машина Рокоссовского только чудом, там она была разрешечена, и только чудом там осталась цела, а, значит, там какие-то еще машины там вообще были в пух. Вот. И они, слава богу, успели выскочить, да, из этих машин и не погибнуть под своими собственными, под ударами своей собственной авиации. Ну, такое вышло недоразумение. И он говорит, и когда ему доложили Руденко об этом, он похолодел, он понял, что сейчас ему от маршала, от командующего фронтом будет просто... Прежде он позвонил, сказал, разберись, но никого не наказывай, потому что это явно не специально было. То есть он сказал так, сначала, разберись, узнай, кто виновен и причину, почему это случилось, но без, там, не жестко, просто разберись. После это он ему сказал по телефонной связи, а потом очно ему сказал, никого не наказывай. Мне присылают историю, например, прислал историю женщины, у которой бабушка была официанткой на банкете, посвященном в Берлине, посвященном подписанию акта о безоговорочной капитуляции Германии. Она вспоминает, что ее подозвал прадед и просил, девонька, мне бы водички. Она пробежала, ну, вы все обожали Рокоссовского, она говорит, любимому маршалу, она пробежала на кухню, увидела графин с водой, налила полный стакан, прибежала к нему, дала ему, вот, товарищ маршал. Значит, он выпил там залпом несколько глотков, так, закашлялся, говорит, спасибо, а теперь бы водички. И она прибежала на кухне, понюхала этот графин, а там водка, конечно. Ай-яй-яй-яй. Да? Она говорит, и она ждала там крика, там, нет, спасибо, а теперь бы водички. И вот в этом, как бы, да, и это вот суть прадеда, который, несмотря на все эти, и огонь, действительно, и воду, и медные трубы, он остался абсолютно простым, скромным Костей, да, который в детстве мечтал о походах, сражениях и читал «Майн Рида». Ариадна, спасибо вам большое. И это еще и просто то, что вы рассказали, вот то, что мне и хотелось от вас услышать. Потому что вот, ну, нигде невозможно это прочитать и, в общем-то, понять. А тот живой разговор, который вы сейчас затеяли и сейчас рассказали, это просто здорово. И я хочу сейчас рассказать и сказать нашим телезрителям, что
маршал Рокоссовский был маршалом не только Советского Союза, но он еще был маршалом и Польской Народной Республики. Вот такая вот, и он был еще министром обороны Польской Народной Республики. И в конце у меня все-таки же есть два вопроса. Может быть, они вам не покажутся такими уж праздничными или такими вот, ну, как сказать, незатейливыми. А вот что не могут простить поляки польскому маршалу Рокоссовскому и за что благодарит Польша советского маршала Рокоссовского? Ну, вы знаете, дело в том, что, к сожалению, в современной Польше как бы что-что уже ни за что никто никого не благодарит, и там уже, то есть их внутренняя политика уже настолько перекрыла историю, что, ну, то есть для того, что у них абсолютно иная реальность сейчас, и это слишком долго нужно рассказывать, но если говорить о том, за что они не могут его простить, они, конечно, не могут его простить за то, что он по их представлениям принес коммунизм, да, то есть не принес, принесли как бы польские военные, но проще как-то, которые вернулись с фронтов, они же ведь воевали все, да, и им предоставляли возможность первыми входить в польские города, польским, первой, второй армии войска польского, которые были в составах советских фронтов, именно для того, чтобы люди их запоминали своих как освободителей. И когда они вернулись с фронта, это было обожание, абсолютный почет и так далее. И, соответственно, возглавлял их, соответственно, прадед. И вот это ему не могут простить, как и им, собственно говоря. Им что благодарят? Простить. За что благодарят ему? А прадеда? Абсолютно ни за что. Ну, еще в советские времена, понятно, ему были благодарны, как и своим, за победу, но теперь они ни прадеду не благодарны, ни своим, собственно, ветеранам, да, из этих польских армий, не благодарны за победу, и они вообще предпочитают умолчать. Давайте я тогда задам последний и жесткий вопрос. Вот. Скажите, пожалуйста, вот для Польши ваш прадед, он герой или предатель? Для современной Польши. Я думаю, что он и не герой, и не предатель. Он как цесаревич Константин для поляков, да, он наместник Сталина. Цесаревич Константин был наместником царя, а прадед для поляков наместник Сталина. Но не для всех. Еще есть очень много людей, которые его помнят, которые его любят на самом деле. И я вижу, в польской общественности пробиваются такие ростки. То есть одни говорят, да он принес там коммунизм, а другие говорят, да это наша, собственно, главная гордость. Это второй воитель польский после Яна Собеского, который командовал, да, значит, освобождением Вены от турецких, значит, захватчиков. Вот, то есть одни говорят, что это наша гордость, да, это лучший польский военачальник вообще за всех времен и народов, а другие говорят, это, значит, он вообще не поляк, а вообще он русский, и что вы придумываете тут, ну, то есть единства нет на самом деле, то есть нет такого. Да, мне же надо согласиться, что это были совершенно другие люди по сравнению с нами. Конечно. Я благодарю, Ариадна Константиновна, вас за то, что вы так откровенно и интересно рассказали о своем прадеде, маршале Советского Союза Константине Константиновиче Рокоссовском. Ну, а я с вами, уважаемые телезрители, прощаюсь до следующей передачи из цикла «Наследники Победы». Здесь в студии был автор и ведущий Юрий Бутунин. До свидания.